ТВ. Сегодня у нас в гостях, точнее, я в гостях в драматическом театре города Гродно, Республика Беларусь, Игорь Николаевич Гедич. Да, всем здравствуйте. Игорь, представьтесь, расскажите немножко о себе, чтобы наши зрители понимали, с кем мы сегодня общаемся. Ну, немножко представьтесь, хорошо. Я родился в городе Гродно. Да. В 1971 году заканчивал школу, спортивный класс, затем поступил в Минское военное инженерное зенитно-ракетное училище, закончил его, затем служил 23 года в вооруженных силах, прошел такие должности, как командир взвода, и служил последнее время перед увольнением из вооруженных сил в генеральном штабе 4 года. Вот. Поэтому был командиром батальона и в результате был период времени, когда оптимизация вооруженных сил проходила. Я был уволен из вооруженных сил и с 2012 года являюсь директором драматического театра, вот уже 12 лет. Интересная служба в театре, кстати говоря. Вот вы упустили, Игорь Николаевич, я вас перебью. Так скромно, на самом деле. Вот я прочитал, не знаю, правда это неправда, вы удостоены награды от президента нашего, да, я, Александра, да, Григорьевича. Действительно. Я закончил командный факультет с золотой медалью. Я, наверное, может, еще не сказал, что я полковник запаса. Ну, вот такой послужной список. И насколько... Короткий, краткий. Еще добавлю, что я женат, у меня двое детей, и мальчик, и девочка. Вот, если коротко, вот для знакомства со зрителем, то, наверное, достаточно. Игорь Николаевич, вы, можно сказать, как прародитель современной белорусской армии, насколько я понял. Нет, я не прародитель современной белорусской армии, это, наверное, слишком сказано. Но могу сказать, что в Российской империи директора театра зачастую были люди военные. Я вот, кстати, вот это не совсем понимаю, да, если честно. Ну, скажем так, вы же понимаете, что здесь ты в театре директор, ты отвечаешь, в общем-то, за то, чтобы функционировал организм, да, ровно, правильно, был обеспечен в финансовом плане, материальном и так далее. Творческая составляющая, здесь лежит ответственность немножко на других людях. Ну, конечно же, и директор за все отвечает. В принципе, нельзя сказать, что за творческую составляющую не отвечаешь. Но знаете... Я до сих пор испытываю это чувство, когда с удовольствием идешь в театр и не спешишь уходить. Потому что здесь интересно, здесь по-своему сложно, непросто, люди своеобразные, и 20-й год тому подтверждение был. Да. Здесь нас штормило и испытали многие вот. Большой спектр ощущений. Да, мы к этому сейчас и подойдем. Дело в том, что с Игорем Николаевичем мы планировали сделать сначала интервью удаленно по скайпу, как я люблю это делать, но в итоге получилось так, что и мне надо было в Гродно ехать, и заодно решили как бы лично встретиться. Да, и мне приятнее в онлайне работать, вернее, лицом к лицу с человеком. Ну, да, всегда как бы больше человек раскрывается. У меня было, в принципе, как бы, получается, 5 таких вопросов, которые я хотел задать. И самое главное, конечно, это больше, ну, не только для белорусов, это, наверное, больше для моих соотечественников из Латвии. Просто не все знают правду, что здесь было, что происходило, что происходит. И поэтому хотелось бы, конечно, сегодня об этом поговорить. И первое, что я написал, это, естественно, как бы такую заметку для Игоря Николаевича. Вот мой вопрос, который я бы хотел бы задать. Влияние Запада на Республику Беларусь с распадом Советского Союза. И, соответственно, к чему это привело также в активной фазе ее 20-х годов. Вот как это все происходило? Ну, я вообще считаю, и, наверное, здравомыслящий человек, который умеет анализировать ситуацию в стране, вокруг, то можно... Четко сказать, что вмешательство Запада во внутренние дела нашей страны, оно было всегда. Да. Я особенно могу сказать, что теперь активная фаза особенно. Но даже после распада Советского Союза всевозможное влияние, оно ощущалось. Поэтому и заигрывание, и запугивание, и какие-то вещи, которые, может быть, были слегка замаскированы, но они присутствовали. Я думаю, что нас всегда хотели оторвать от направления Восток. Да. И в этом отношении здесь были и заигрывания, как я сказал, и организация общественных объединений, создание общественных объединений, которые
финансировались из Запада, которые, в общем-то, были малоподотчетны, которые назывались, например, к примеру, там, общественное объединение защиты птиц, на самом деле в 2020 году это общественное, к примеру, я говорю, условно, это общественное объединение какое-то, оно оказалось немножко другим, как троянский конь, который внедрен и функционирует в юридическом поле в нашей стране, но в 2020 году показало себя, и в частности финансирование какого-то общественного объединения экстремистского, оно осуществлялось, и 5%, грубо говоря, шло на финансирование тех проектов, которые заявлены в уставе, а 95% денег уходило на другие вещи, которые, в общем-то, расшатывали наше государство. А 20-й год? Вот я единственное хотел бы еще, вот, ну, скажем так, ремарку такую сделать. Вот Александр Григорьевич, он мне позволил здесь работать фонду Сороса. Пожалуй, это, мне кажется, единственная страна, где Сорос не смог как-либо влиять. Да, я считаю, что, знаете, в советское время нас учили на примерах исторических, да, роль личности в истории. В данном контексте я хотел бы сказать, что наш первый президент Александр Григорьевич Лукашенко, в общем-то, он достаточно прозорливый, талантливый, на мой взгляд, политик. И в этом отношении действительно фонд Сороса, различные общественные объединения, которые носили, скажем так, личину совершенно другую, то они, в общем-то, вскрылись в 2020 году. И теперь уже, на момент 2024 года, у нас принято решение. У нас эти общественные объединения просто-напросто уже не функционируют в той роли, в которой они были. Теперь государство подходит к этому очень внимательно и очень ответственно. Но 2020 год, вы задали вопрос, конечно, он здесь ситуацию очень сильно раскачивал. Если говорить уже о городе Гродно, у нас даже появлялись на улицах польские флаги. Поэтому я бы, если мы говорим в том числе о зрителях, которые в Латвии, то, конечно, действительно было сложно. И в театре это ощущалось, люди были под воздействием телеграм-каналов всевозможных, которые ныне приняты экстремистскими у нас юридически. И люди находились под этим воздействием. Это был массовый психоз, я бы сказал. Это было... ситуация, которая, как президент даже сказал, в принципе, она могла произойти, и сейчас мы знаем, как с этим бороться и как с этим жить. И даже, могу сказать, на бытовом уровне мы почувствовали, кто с тобой рядом, кто рядышком, потому что... Кто свой, да, потому что люди, например, даже возьмем театр, здесь приходили, заставляли прямо в ультимативной форме, Игорь Николаевич, давайте мы не будем играть, мы не будем, ставили условия по репертуару и тому подобное, хотя... А кто связан с искусством, знает, что актера с первого курса обучают. Ему говорят, ты вышел на сцену, все, что вокруг тебя, не должно интересоваться. Это профессионализм. Но когда актер начинает заявлять в ультимативной форме, я это буду играть, я это не буду играть, когда ставит политические вопросы во главу угла, то, естественно, здесь в 2020 году пришлось много работать и объяснять людям. И работал не только я как директор, но и здесь работал и облсполком, и губернатор приходил в театр, разговаривал с людьми. Но, к сожалению, мы не до всех достучались. Пришлось расстаться с некоторыми. Эти люди предали театр, эти люди предали вообще традиции, как я считаю, театральные. Эти люди предали страну, на мой взгляд. И, конечно же, они когда уходили, они мечтали, они призывали к тому, чтобы театр не посещали люди, чтобы он закрылся. И было время сложное, у нас в репертуаре оставалось 4 спектакля. Но они просчитались, и мы набрали новую труппу, мы восстановили репертуар, мы создаем новые проекты. Вот, поэтому есть такая поговорка, крысы, бегущие, как им кажется, с тонущего корабля, очень злятся, когда корабль не тонет. Ну вот в этой ситуации я могу сказать, что директору не было сложно, но слава богу, что тот период времени мы прошли, на мой взгляд, достойно. Но если говорить о том, что Запад проиграл, не будет проиграл, я считаю, что эта война продолжается. Она будет еще неизвестна, не остановится и какое-то время будет длиться. Но если говорить таким военным языком, то бой мы выиграли. Бой. Но, как и президент говорит, как и, в общем-то, здравомыслящие люди видят, что, в общем-то, кризис продолжается. Вот этот разлом, в частности, проходящий по западной границе Белоруссии, это является разломом, на мой взгляд, цивилизационным. Западная цивилизация и восточная цивилизация. Поэтому в этом отношении есть наши традиции, которые мы должны защищать.
и те традиции, которые нам навязываются, о 48 гендерах, о там, ЛГБТ-пропаганде, о сносе, своей памятника советским солдатам, о переписывании истории, о нивелировании роли советского народа в Великой Отечественной, вернее, во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Но это не те традиции, которые нам прививали наши деды и прадеды. И с этим должны, мы, естественно, этому должны противостоять. Если мы в ментальном смысле проиграем, то, я думаю, и в экономическом, и в военном мы тоже проиграем. Поэтому в этом отношении нам нужно заниматься консолидацией общества, нам нужно говорить о контрпропаганде, нам нужно объединяться с перспективными политическими структурами, нам нужно входить. Ну, мы понимаем, что союзное государство для нас это приоритет, военная организация, как это участие в организации договора коллективной безопасности. Сейчас мы вступаем в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ну и далее вот в этом направлении, направлении Востока-Юга, наверное, нужно двигаться. БРИКС. И постепенно в этом отношении, я думаю, мы создадим, в общем-то, эффективный механизм противодействия санкциям, которые вводятся против нас. Мы знаем, что уже Европейский Союз и 14-й пакет ввел и рассматриваются сейчас, ультиматумы выдвигаются польской стороной относительно закрытия полностью западной границы. Этому нужно противостоять, я считаю, в первую очередь в политическом плане. Игорь Николаевич, я лишь добавлю, знаете, вот я как наблюдатель 20-х годов, когда еще, будучи находясь в Латвии, у нас телеканал «Дождь» небезызвестный такой, ну, здесь бы я бы его назвал бы Змагарский. Ну, по-моему, иногент. Да, да. Ну, его, кстати, из Латвии даже прогнали, потому что они думали, что там демократия, а у нас на самом деле, если ты русский или по-русски думаешь, то в любом случае ты уже чужой. Так вот, они когда показывали вот эти перевороты здесь в 20-х годах, показывали так, что белорусы, значит, настолько все аккуратно делали, что ОМОНовцы плохие били дубинками, а они босиком даже становились на скамеечке. Да, да, вот, я только хотел об этом сказать. Но они сделали огромную ошибку, очень внимательно это все видели. Они делали это в прямом эфире, и много было видно провокаций всяких разных. Ну, я думаю, вы как блогер, который работает в информационной среде, вы понимаете технологии журналистики. Конечно. И поэтому вот эта съемка с носочками на скамейке, это же технологии просто-напросто. Технологии навязывания своего взгляда, позиционирования этого мятежа, как я сказал. И поэтому это все люди, которые знающие, журналисты и те, которые интересуются информационным полем, то технологии изученные. Ну, нас, я скажу так, было много в Латвии нормальных, адекватных людей, которые из этих трансляций вырезали те моменты, где было видно, что провокация как раз-таки со стороны бастующих была. Мы это тоже в интернет выставляли, показывали. Как вы считаете, вот как так получилось, ну, это действительно феномен какой-то такой, вот Республика Беларусь, она сохранила все свои предприятия. Ну, многие, да, как бы, скажем так, с распадом Советского Союза были заброшены что-то, и, в общем, ушло, и, скажем так, в дальнее плавание, да. Но Александр Григорьевич восстановил страну. А у нас в Латвии, знаете, вот после Советского Союза, хотя у нас больше даже было перспектив, больше влияния со стороны, как бы, вот главного центрального аппарата, да, там, скажем, московского. И у нас было все к тому, чтобы мы были самые развитые страны, скажем так, прибалтийские, по сравнению с другими странами бывшего Советского Союза. Вот у нас ничего не сохранилось, а у вас все сохранилось. Как это возможно? Ну, я думаю, что прибалтийские государства, вообще-то, они всегда были заточены слегка такой фобией ко всему советскому, ко всему российскому, как последствия показали. Но еще есть такое, на мой взгляд, понятие, как есть сложно идти иногда против течения. По течению идти легче. Да. И мне кажется, Прибалтика выбрала тогда вот эту работу с Европейским Союзом, политику нахождения в Европейский Союз. А мы выбрали другую политику, на мой взгляд, более суверенную, более независимую. Она была сложнее. Конечно же, нужно было, президент взял страну не в очень хорошем состоянии. Но вот взять 30 лет, которые мы развиваемся, ну, можно очень много привести примеров по созданию новых предприятий.
по созданию, по сбережению тех предприятий, которые были. Как-то я разговаривал с представителем литовской политической элиты, когда еще до 2020 года, мы обсуждали, кстати говоря, проблему, почему у вас вообще про Прибалтику говорили в целом. Был Рижский автомобильный граф, да, автомобильный завод, был ВЭФ, были предприятия радиотехника. Помните, была, да. Как мы гонялись в советское время радиотехника? Я не помню, что это предприятие было, но это, по-моему, Прибалтийское было предприятие. Это Рига. Да. И их нет. Ну, мне говорили, ну а зачем? Ну а зачем? У нас наш Европейский Союз доблестный нас прокормит. В принципе. Или как для Литвы было условием вступления в Европейский Союз, это закрытие Игнолинской атомной электростанции. Такие технологии шикарные. Вот мы, белорусы, вернулись в понятие, как обладающие какими-то ядерными познаниями в атомной сфере. Это же очень серьезный нарратив и очень серьезный потенциал, который нам, я думаю, в перспективе позволит дальше развиваться. Спасибо, что наши братья-россияне к этим технологиям нас допустили, и наши рабочие уже могут выполнять определенные функции в строительстве атомных электростанций. Я думаю, в перспективе мы увидим белорусов, которые будут подрядчиками, в том числе вместе с россиянами, в строительстве атомных электростанций. Поэтому я считаю, что нужно иметь свое желательно, вот как продовольствие. Мы, белорусы, наша перерабатывающая промышленность, наше сельское хозяйство, мы, в общем-то, независимы в плане продовольствия от каких-то внешних факторов. Мы всегда себя прокормим, а по некоторым позициям мы можем помочь еще и товарищам и друзьям. Так и в машиностроении, так и в экономике, так и, вернее, и в энергетике должно быть, на мой взгляд. Когда страна может позволить себе самостоятельное развитие, когда она развивается. Но здесь, по-моему, говорить о большем суверенитете и независимости можно говорить о Беларуси, но не о прибалтийских странах. Тем более сейчас, когда мы понимаем, что там разговор идет не о независимости суверенитете, а просто о вассальском таком подчинении англосаксонской идеологии, политике. Ну, вот в этом русле они идут. Потому что мы понимаем, потенциал прибалтийских стран намного меньше, чем потенциал той же России, да. Поэтому могут и те выступления, которые заявления делают политики прибалтийских стран, то они, конечно, да, так на уровне не слишком ли вы много себе позволяете. Но гегемон американский, который считает себя гегемоном, тот Европейский Союз, который считает себя тоже вправе указывать, как жить другим странам, они чувствуют, что они находятся в этом пузыре, и поэтому ведут себя, к сожалению, вызывающе. Да. Но, на мой взгляд, очень непонятно, потому что, в общем-то, даже могу сказать, что белорусы никогда не выступали инициатором каких-то санкций. Никогда. К сожалению, Украина выступала инициатором, впереди паровоза бежала, когда вводила санкции после посадки самолета. К сожалению, Польша, Прибалтика вводит эти санкции. Мы просто принимаем ответные меры, мы реагируем. На прошлой неделе как раз министр иностранных дел, даже на этой неделе, это вчера было, да, вчера это было в Бреже, это новый министр иностранных дел Латвии, призывает Брюссель ввести новые санкции именно против Беларуси. Опять же, это просто дурдом какой-то. Ну, правильно, я поддержу ваши слова. Ну, просто я не официальное лицо, поэтому имею право так говорить, как бы, тем более это, как уже повторюсь, это не телевидение. Ну, это не красит ни политику добрососедства, которая, к сожалению, все меньше и меньше этой политики добрососедства. Это не красит. И в сложные времена мы живем, и мы это понимаем. Да. Посмотрите, политики Прибалтики, они, ну, мне кажется, если вот Александр Григорьевич говорит о том, что мы предлагаем дружбу, мы предлагаем какое-то взаимное сотрудничество, как экономическое, так и, ну, не знаю, другие какие-то виды сотрудничества, да, то есть за добрососедские отношения выступают. Наши этого не хотят. Ну, наши, скажем так, их. Я когда-то кое-кто другой не хочет. Да, я сам все-таки из Латвии, поэтому иногда еще по привычке говорю «наши», хотя они не мои, как бы народ, да, наш, но та политическая хунта, которая захватила власть, можно так сказать, она точно не наша. Так вот, знаете, что больше всего возмутило наших политиков? Я видел прям вот эти лица злые, да, как они выступали на телевидении, на радио, вот именно латышских политиков. Я многих из них знаю лично. Когда Лукашенко объявил о безвизе. Вот как, по вашему мнению,
что это был за ход и как он оправдался, не оправдался? Ну, однозначно, это был очень такой грамотный, прагматичный, очень логичный ход со стороны нашего президента. Ну, во-первых, нам нужно разбивать те штампы, которые существуют в головах некоторых людей, которые находятся за нашей западной границей. 100%. Поэтому самый лучший вариант, как разбить эти штампы, суеверия и так далее, это пригласить людей, чтобы они посмотрели, как белорусы живут. Потому что мы знаем нарративы, которые в части европейского общества, американского общества существует относительно России, да, что там ходят все в шапках и медведи по улицам, то, наверное, какое-то тоже заблуждение были относительно белорусов. Тем более пропаганда европейская, англосаксонская, она делает свое дело. Там мозги умеют промывать. Поэтому самый лучший вариант — пригласить сюда людей. И эти цифры, они очень большие, визитов к нам. В частности, по-моему, более 60% это приезжают к нам литовцы. Да. Литовцы, поляки немножко, Латвия, поляки немножко меньше. Но опять же, мы сталкиваемся с тем, что здесь людей запугивают, создаются возможные препоны. Закрыли границы пешеходов, вернее, пункты пропуска. Для чего? Чтобы создавать неудобство человеку. Да. Этот человек, естественно, подумает: да нет, не поеду я в Беларусь, хотел бы очень сильно, но не поеду, там очень большие очереди. Запугивают, что каждому человеку агент КГБ подойдет сразу же, понимаете, заберет телефон, завербует его и вручит ему какую-то там задачу и тому подобное. Ну, это смешно. А рискует обязательно. Смертная казнь. Нет, да, да, смертная казнь. Поэтому самый лучший вариант — это людей пригласить сюда, чтобы они посмотрели, как мы живем. И, в общем-то, смотря некоторых блогеров, я наблюдаю тоже информационное пространство, это надо делать. Это, во-первых, в информационном плане серьезный поступок. Это, скажу так, и в экономическом плане. Это человек приезжает к нам, оставляет какую-то небольшие средства здесь, в нашей стране, покупает дешевые лекарства. Я знаю, в Прибалтике не все лекарства можно купить, но, вернее, многие купить только по рецепту. У нас это можно сделать. За другие совершенно деньги и без проблем. Есть, да, были такие вещи, да, видел в публикациях. За продуктами питания, потому что у нас качественные продукты питания. Ну, скажем так, да и мы сами люди открыты. Я вам приведу пример. Я был в Польше в 2018 году. Мы белорусы, и вот со мной знакомился профессор одного из варшавских университетов. И меня представили, что я директор театра из Гродно. Я, в общем-то, хорошо говорю по-польски и понимаю свободно польский язык. А мне протягивает профессор при первом знакомстве руку и говорит: «Вот, с нашего польского Гродно». Ну, я нашелся, это с нашего польского Гродно. Мы же до 39-го года были в составе, понимаете? Но я нашел, что ответить и про Белосток, и так далее. Но поразило то, что при первом знакомстве человек с высшим образованием позволяет себе вот это панство, понимаете, вот, протягивать руку и говорить такие вещи. Ну, это ж вызов, вы понимаете. Поэтому я всегда, вот, говоря с людьми, с молодежью, будучи в должности сенатора, если кто-то встречался, я всегда говорю: нужно знать свою историю, потому что на такие вещи нужно отвечать. Если человек тебе говорит такие, то, наверное, можно и напомнить про Белосток, да, вот, где он был и какой он роли выступал. Но опять же, мы обсуждали темы, кстати говоря, и сноса памятников в Польше, например. В частности, я тогда среди этой компании не нашел поддержку в этом. Они так кивали, что, ну да, как бы, задаю вопрос: сколько советских солдат погибло в Польше, освобождая? Не знаю, 600 тысяч погибло. А сколько Польша стояла дней и ночей, сопротивляясь германскому вторжению? Сколько? Не знают. Ну, хотя, наверное, знают, но просто стыдно произносить эту фразу. Брестская крепость держалась больше, чем государственность Польши тогда. Поэтому для меня Беларусь — это еще и героическая страна, где каждая третья. Да, и вот мы на этой истории, мы воспитываем свое поколение, я считаю, что мы на этом должны воспитывать, потому что это наше, это ментально. Это нам заложено нашими дедами, прадедами, поэтому вот эти традиции празднования 9 мая как победы, празднование 22, не празднование, а вот день скорби и печали 22 июня. Все эти проекты у нас есть, существуют, и в Гродно они проходят при массовом скоплении людей. И в этом отношении нужно работать с подрастающим поколением, конечно, потому что
избитая фраза, да, хочешь развивать страну, займи головы, умы подрастающего поколения. Ты просто-напросто получишь ее. И ты ее получишь, в общем-то, в твои объятия упадет. Теперь не всегда нужен сапог солдата, а иногда нужно просто элиту переформатировать, скупить ее, как это происходит в Украине, в ряде других стран. Покупается элита, и люди, соответственно, там уже не воспринимаются как те, как ценность какая-то для государства. Мы видим это в Украине сейчас. Игорь Николаевич, я все время говорю тоже белорусам и через свои стримы вот, пытаюсь достучаться до наших, потому что есть многие, которые сомневаются, думают, что у нас тут пропаганда, что мы тут наговариваем на Запад. Я сам, как человек из оттуда, могу сказать точно, что мы там чужие. Нас никогда не примут за свои. Даже латыши, я скажу по правде. Вы имеете в виду, мы это говоря о ком? О наших людях, о наших бывших советских людей, вот наших детях и вот это все. Никогда нас за своих там не примут. Даже латыши, вот честно вам говорю, я это наблюдал очень много. Когда мы вступили в Евросоюз, да, мы в Германии, я там работал тоже, и в Англии работал еще, когда она вышла до выхода из ЕС. К нам всегда относились как, и так же называли форестерс, это лесные люди, как бы, выходцы из леса. Поэтому, как бы, старая Европа никогда не будет. Я скажу вам так, есть такая поговорка у белорусов, где народился, там и сгодился. Где родился, там и пригодился. Ну, к сожалению, не в моем варианте. Да, есть разные ситуации. Ну хорошо, когда государство создает атмосферу, когда ты нужен, когда чувствуется забота, понимаете? Когда все одинаковые люди, говорящие на русском языке, либо говорящие на латышском языке, понимаете? И теперь, которые экзамены проводятся, ведь я видел, как у вас экзамены на знание русского языка, когда, извините меня, пожалуйста, 80-летнюю бабушку привозят на еле сидящую на коляске, доставляют наверх. Ну, мне кажется, это не человеколюбие проявляется, это какая-то вот такая злоба, ненависть каким-то историческим фактам, хотя, в общем-то, государственное даже, ну, если посмотреть даже советские времена, даже те же самые решения Сталина относительно передачи Вильна и Вильнинской области в состав Литвы, ну, литовцы должны быть благодарны Иосифу Виссарионовичу Сталину, понимаете, но нет же, они же только выпячивают весь негатив, который был. Да, времена были, но и английские короли, и французские, они не отличались человеколюбием, если посмотреть историю. И инквизиция, и французская революция, все эти события, они проходили, и не проходили, ну, невозможно было некоторые вопросы решить, к сожалению, без крови. А такая история, от нее не нужно отворачиваться, это было. Вообще страшные вещи у нас происходили по поводу памятника освободителям Великой Отечественной. Знаете, когда они его сносили, и еще фотография эта знаменитая есть в интернете, когда стелла падает прямо на воду и крылья ангела. Да, да, я видел. Латыши молодые. Вот почему мне нравится Беларусь, что здесь очень сильная ставка делается в образовании на молодых людей. И воспитывается патриотизм. Это очень важная штука. У нас без этого патриотизма, с измененной историей, латыши стояли и пили шампанское, когда вот этот вот памятник падал, к сожалению. Поэтому делайте выводы, очень прошу вас. Какие эти граждане Прибалтики, приезжающие по безвизу? Видите в них какое-то удивление? Я могу сказать, что до 2020 года я иногда заходил в зал и слышал польскую речь. Во-первых, восточные поляки, которые живут на Мазурах, на Белосток, вдоль нашей границы, они тоже русский язык хорошо знают, а белорусский в том числе. Вот, и поэтому иногда слышал просто польскую речь. В зале стояло достаточно много было поляков. Прибалты, у них акцент немножко другой. Вот, и это было массово. Теперь, конечно, после 2020 года это уменьшилось, оно немножко, ну, я бы так сказал, раза в два, наверное. Но приезжают. И всегда, так скажем, чувствуется акцент прибалтийский очень. В общем-то, иногда можно даже москвича и питерца распознать по акценту, говоря с ним. Но прибалты, да. Хочу сказать, что очень, во всяком случае, с кем я встречался и с кем я общаюсь, очень такие трезво мыслящие люди, слава богу, наверное, попадаются, вот. Но я думаю, да, я с вами согласен. Наверное, у них могут быть проблемы по возвращению со службой безопасности и так далее. Но, скажем так, смельчаки
действительно смельчаки, но и я могу сказать, ну, если смельчак, то, в общем-то, это порядочный, как правило, человек. И хороший смельчак, конечно. Им очень интересно узнать, как мы живем. Им очень интересно узнать, даже, не, по-моему, в конце прошлого года у меня была делегация из Латвии, вообще, по-моему, человек 10 приезжали, они посещали театры, им рассказала театры. Очень любопытные люди, понимаете? Их удивляет цена у нас театра, настолько дешевая по сравнению с прибалтийскими ценами. Их удивляет наличие большого набора там, черного хлеба, да, там, наш квас где-то, ну, любят люди, грузные палочки, кто-то так по наблюдениям и так далее. То есть люди абсолютно открытые, и с ними приятно общаться. Вот, как правило, у меня такое, ну, вернее, не как правило, у меня личное убеждение, что простые прибалты, простые люди, они понимают многие вещи, но, к сожалению, не могут ничего сделать, понимаете, потому что тот нарратив, те тенденции, которые происходят в западном обществе, они, в общем-то, мы уже слышали про правила, да, не про законы, а про правила гегемона. У гегемона есть правила. Вот эти правила навязываются, запугивание, создание каких-то преград людям для того, чтобы они просто-напросто общались. Вот это общение, оно важно между людьми, оно не только в плане экономическом важно, да, там интересно, всегда интересно поехать где-то дешевле купить, да, что-то более качественное, есть такое. Вот здесь вот очень интересный момент вы сказали, дешевле и более качественно, подтверждаю. Вот, и немаловажно, и, в общем-то, я сам до 2020 года довольно часто был в Литве, в Польше, мы с семьей отдыхали, и могу сказать, подавляющее большинство людей, с которыми мы общались, ну, не беря во внимание, конечно, профессора Варшавского университета, это абсолютно открытые люди, доброжелательные, приятные, всегда ощущаешь себя так во время отдыха, отпуска, ощущаешь себя комфортно. Я был и в Дуске Венкае, я посещал, мы с семьей отдыхали в Клайпеде, поэтому смотрели, видели, всегда было гостеприимство, вот это ощущалось. Знаете, обидно на самом деле то, что, ну, к сожалению, сейчас те, кто руководят Прибалтикой, это, в принципе, сыновья, дочери тех людей, которые бежали как раз-таки на ту сторону, кто в Канаду, кто в США, кто еще куда-нибудь. Я хочу сказать, есть там ряд еще в политической элите, которые, предки которых служили в подразделениях СС. Да, 16 вашей, марта в Риге у нас. Вашей политической элите, ну, скажем так. Я просто к чему веду, что простые народы в наших странах, в Прибалтике, все равно это наши люди. У нас столько много родственных связей. Здесь я вот, кто сюда переезжает, я с ними общаюсь. У меня там отец из Минска. Он переехал в свое время когда-то по распределению там, в Ригу. У кого-то бабушка захоронена и так далее. И это у литовцев, и это у латышей. Мы на самом деле настолько родственны, но нас пытаются разругать. Как есть. Что бы вы от лица, и можно сказать, официального или неофициального, неофициального, гражданина Беларуси пожелали бы, ну, наверное, нашему зрителю из Прибалтики? Наверное, пожелал бы больше, в частности, в контексте нашего разговора, это больше смотреть, больше анализировать ситуацию, которая происходит вокруг. Я понимаю, сложно, наверное, в информационном поле прибалтийском найти информацию альтернативную какую-то, но ее нужно искать. Есть у нас механизмы и всевозможные информационные, скажем так, технологии, которые позволяют смотреть. А в простом человеческом плане я хотел бы пожелать всем людям, которые нас смотрят, там, всем людям из Прибалтики, стран Латвии, Эстонии, Литвы, это просто-напросто человеческое счастье. На бытовом уровне. Пусть в семьях будет все хорошо, пусть рядом вас окружают замечательные, хорошие люди. Пусть меньше будет предательства и ударов ножом в спину. А та ситуация, которая сейчас развивается, я думаю, с годами она придет в нормальное русло. Все-таки надеюсь очень на это. И хотелось бы, чтобы нормальные традиции, нормальное добрососедство в плане сотрудничества экономического, какого-то на уровне людей, ментального, чтобы оно все-таки вернулось на круги своя, и мы жили как порядочные соседи, потому что говорят, более важен не дальний родственник,
а близкий сосед иногда в жизни. Поэтому вот этого хотелось бы, чтобы соседи, которые окружают нас, которые, и те страны, в которых мы являемся соседями, чтобы у нас были хорошие отношения. Это зависит, конечно же, очень много от элит, которые возглавляют, но не в меньшей степени, наверное, зависит от людей, которые выбирают эти элиты. Просто, наверное, нужно хорошенько смотреть политические программы, все-таки выбирать себе руководителей, которые будут действительно вести народ за собой по ступенькам развития. Потому что даже вспомним нашу братскую Украину, ныне президент Зеленский говорил о том, что он принесет мир на землю украинскую. Да. К сожалению, он обманул людей. Поэтому нужно, чтобы люди, которые приходили, возглавляли, они были, в всяком случае, не обманщиками, а порядочными людьми. Я лишь только добавлю, что за такие слова Игоря Николаевича во Владимире, в общем, посадили бы, к сожалению. Я сам выступал за добрососедские отношения, когда был 14-й... выборы в 14-й сейм Латвии, главный законодатель латвийский. Как раз таки я сильно не удивляюсь, потому что я все-таки был сенатором и знаю, что находился в санкционных списках. Поэтому... Да, спасибо огромное. Живем вам за в том мире, мы живем, не страшась своих взглядов, я могу откровенно их высказывать, а если кому-то не нравится, ну, это проблема тех людей, которые на взгляды не совпадают. Да, спасибо огромное за эту беседу. Пожалуйста. И надеюсь, еще встретимся.